Всем привет! Если вы хоть раз играли в WoW на пиратке, то, скорее всего, мне не придется объяснять вам, что такое Realm List. Но на всякий случай я коротко о нем расскажу. Это файл с расширением WTF, который в зависимости от версии клиента хранится либо в корневой папке с игрой, например, в ванилле, либо в папке с соответствующим языковым пакетом, например, WoW Data NGB. Это началось с Lich King. В нем прописывается адрес игрового сервера, к которому следует подключиться. Обычно на сайте серва всегда вывешен Realm List, и часто его адрес указан в описании к подключению. Бывают ситуации, что у одного сервера есть несколько адресов, которые влияют на пинг в зависимости от вашей локации. И порой на одном адресе пинг лучше, чем на другом. Ну, например, так реализовано на Кроносе. В любом случае, если вы захотите подключиться к другому серву, то очевидно, что вам нужно поменять и адрес в данном файле. Как же это сделать? Нет, конечно, можно каждый раз через блокнот вручную открывать его и править, но ведь есть и другие способы, да ведь? Да, конечно, и я объединил их все в одном видео, которым с вами поделюсь. Спойлер, самый крутой способ будет в конце видео, так что досмотрите его и выберите тот, который вам больше всего понравится. Способ первый, самый тупой. Создать отдельные папки с файлами, назвать их именами сервов, закинуть туда соответствующие Realm листы и каждый раз оттуда вручную их копировать в нужную папку и заменять. Способ второй, менее тупой. В одном файле Realm листа прописать все адреса серверов и у всех, кроме одного, в начале строки поставить решетку. Таким образом, только одну строку игра прочитает и определит как правильный адрес, а все остальное будет воспринимать как комментарии. Ну, кто занимался программированием, поймет, о чем речь. Таким образом, просто убирая или добавляя решетку, вы можете управлять списком адресов. Способ третий. Умный, но не самый суперудобный. Через bat файл. Он похож на первый способ, только делает все автоматически. В каждой вашей папке с Realm List файлом вы создаете еще один файл, но уже с расширением bat. Можно сделать это в том же блокноте. Далее в bat файл вы прописываете короткий код, который сделает следующее. Он берет файл Realm из папки, где лежит данный bat файл, и заменяет им файл в папке с игрой. Разумеется, путь надо указать в соответствии с тем, где он у вас и лежит. Сам код я размещу прямо в описании к видео для вашего удобства. Что же дальше? Ну, в итоге, у вас получится, что в каждой папке у вас должен быть Realm List и прилагающийся к нему bat файл. Далее вы создаете ярлыки на эти bat файлы, например, на ваш рабочий стол. Меняете иконку на ту, которую хотите. Переименовываете, ну, в общем, все. Получаются отдельные линки под каждый сервер. Способ четвертый, мне кажется, самый удобный. Мы меняем Realm листы через специальную программу. Например, есть чудесная софтина WoW Realm List Modifier. Бесплатно скачивайте ее с официального сайта, разархивируйте куда хотите, а далее элементарно настраивайте. Вначале указывайте путь к exe файлу с игрой по умолчанию, там же можно указать ваш дефолтный логин. То есть, зайдя в игру, он у вас будет автоматически вбиваться в строку логина. Далее добавляете сервера, где также можно отдельно указать дефолтный логин и даже выбрать другую папку с клиентом WoW. Ну, в общем, все. Нажимаете play и вы в игре. У вас будет очень удобный список серверов. Вы сразу видите статус сервера, онлайн он или офлайн, а также не заходя в игру, можете посмотреть пинг. Это может сработать, если, например, на Кроносе у вас один адрес лагает, а по-другому все будет хорошо. Недостатки тоже есть. Один раз у меня почему-то слетели все настроенные сервера. Я не помню же, что именно я сделал, но мне кажется, ничего особенного. Да, ну и еще программа наверняка может иметь некую уязвимость для кибератак с целью кражи вашего аккаунта. Но здесь я, к сожалению, не специалист. В общем, вот вам 4 способа, выбирайте тот, что по душе. А лично я пользуюсь последним, он для меня оказался самым удобным. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. А если знаете еще какой-то способ, то можете поделиться им в комментариях к данному видео. Ну а на этом все, пока!